Бараки у нас были там, где я жил, спочатку землянки, чтобы кнотики, чтобы было над землею, а то все равно было в земле. И сколько вас в том одном бараке жили? Чи воно так, было поделено? Так, 200, 300. У нас в каждой секции у нас бригады было 3-4 бригады. А бригада мала там меньше 25 человек. И мы жили там кого-то так. Там не погано, хоть не было. В земле было тепло. А потом уже что-то видно было. Не видно, что-то на тих бараках кинулись блюстичи. И вночі не можна було провезти. Лазили, все стали червоні, сині червоні. І там щомісяця робили санітарку, от, прошпарували, от, помогло трохи не помогло і так. Потім стали нас бараки мурувати з самону. Глину, голову ми ногами місили глину, а другий форми. Кидали глину, робили такі, як цегла, тільки тут саман великий, от цегла то мала, а саман великий, то будували сушили на сонце, перевертали потім будинки з того.